Добрый день всем, кто меня видит и слышит. Я очень рада буду с вами сегодня провести эфир. У меня эфир получится экспромтом. Кто меня сейчас видит и слышит, друзья, можете присоединяться. Добрый день, Владислав, добрый день, Ирина. Добрый день всем. Дорогие друзья, сегодня я проведу с вами эфир абсолютно экспромтом. Почему? Потому что я... Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь. Сейчас подожду, когда больше людей будет в моем эфире. И мы с вами пообщаемся, побеседуем. Очень всем рада. Кто меня не знает, меня зовут Ирина Аронец. Я интернациональный директор самой лучшей компании в мире InCruises, которую вы видите позади меня, баннер. Вот, также я вас приветствую такими флажками. InCruises – это... самая лучшая компания в мире, это самый лучший бизнес в мире, это самая лучшая возможность путешествовать по миру в комфортных условиях, в условиях лакшери. Вы себя почувствуете особенным человеком, вы себя почувствуете избранным. Да, всем привет, спасибо, что вы присоединяетесь. Расскажу вам секрет моего эфира. Он не был запланирован. У меня запланирован эфир на завтра с нашим партнером Светланой Яковлевой, которая меня пригласила. Вот, в четверг, 1 октября, завтра в час. Но я настолько заработалась, друзья мои, что попутала дни. Вот я думала, что у нас сегодня четверг уже, и встреча сейчас должна была быть со Светланой. Поэтому я подготовилась. И выставила даже объявление на моем канале, хотя эфир должен состояться завтра на канале Светланы, куда я вас и всех приглашаю. Друзья мои, это наш тоже замечательный партнер из команды Валентины Мороз, команды Натальи Шевеллы, поэтому я с удовольствием с ними пообщаюсь, и кто хочет с нами будет. Но так как я попутала дни, я вынуждена уже выйти все равно в эфир, потому что вы читали, многие из вас, объявления и хотели присоединиться. В таком случае я решила просто вот сегодня с вами пообщаться на любые темы, ответить на ваши вопросы, если какие-то есть, дать вам немножко огня и мотивации для того, чтобы вы еще больше влюбились в ту компанию, в которой вы уже есть, в котором вы, которыми многие из вас являются партнерами, с чем я вас поздравляю, бизнес-партнерами на рангах, уже на больших доходах, тех людей, которые только у нас члены клуба путешествуют, и, конечно, те, которые первый раз слышат информацию. Вот. И что хочу сказать, если кто-то из вас хочет сейчас поучаствовать со мной в эфире, я даю вам такую возможность, пожалуйста, любой из вас, кто хочет о чем-то со мной поговорить, о чем-то спросить, может быть, что-то свое сказать, я даю вам такую возможность пообщаться сейчас со мной экспромтом вот так вот в эфире. Кто хочет, пожалуйста, неважно, вы партнер InCruises компании, вы наш круизер, или вы вообще не знаете об этой компании, вы случайно зашли на мой эфир, я готова пообщаться с вами и с общим нашим таким дружным коллективом, который сейчас присоединился уже и присоединяется еще. Поэтому кто хочет, я всем машу ручкой, я всех вас жду. Пожалуйста, друзья мои, вот еще флажками вам помашу. InCruises, мы поговорим об InCruises, мы поговорим о жизни. Джессика Ким у нас даже, да, территориальный директор из Кореи. Также мой друг, который я очень люблю, мы с ней были. Джессика, hello, how are you? Nice to see you in my live stream. You are very successful, your team very successful. Я очень рада, поприветствовала и Ким, поприветствовала всех, друзья мои. Итак, кто желает со мной поучаствовать в эфире, пошлите запрос, напишите стать гостем со мной в эфире, и я вас приглашу. Если есть такие, пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы еще не партнер, вы тоже можете без проблем. Вот, имеете такой большой шанс задать мне любые вопросы в эфире. Ну, кто смелый, хочу видеть наших смельчаков или тех людей, которые сейчас в процессе.
того, как победить свои страхи. Ольга Осипова, я так вас давно не видела. Олечка, может, вы со мной побеседуете в эфире? Я очень бы хотела услышать от вас, как у вас там дела в Сочи, в Адлере, да? Вы, я вижу, развиваетесь, молодцы, я за вас рада. Может быть, вы выступите со мной в эфире и расскажете. Вот такой шанс, и я заодно на вас посмотрю вблизи, давно не видела. Поэтому, друзья, надо просто послать мне запрос. Так, пока не вижу таких запросов, пока не вижу таких смельчаков, но я буду продолжать ждать вас и вести с вами беседу. Можете задать мне любые вопросы. Пока вы будете думать, пока вы будете определяться, что я хочу до вас донести. Многие сейчас у нас находятся в таком разноплановом, так сказать, настроении. Кто-то продолжает строить свой бизнес, несмотря ни на что, упорно двигается к своей цели, упорно зарабатывает деньги. Сегодня, конечно, у нас последний день месяца, заключающий день сентября. И, конечно, у нас все смотрят, да, у меня уже Марина посылает запрос, я отлично. Так, сейчас я Марину присоединю тогда. Вот первая к нам присоединилась Марина. Я поговорю немножко с Мариной. Если кто-то еще пошлет запрос, посылайте. И тогда я следующего присоединю. Петренко, да? Пожалуйста, Мариночка, я вам послала запрос. Мы будем с вами вместе продолжать нашу беседу в эфире. Ждем Марину. Очень рада. Здравствуйте, Мариночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе. Вы наш партнер Intrusus или вы случайный гость у меня на Инстаграме? Поделитесь с нами. Меня слышно, да? Прекрасно слышно. В общем-то... Вы очень красивая. Да, я скажите, член откуда вы сейчас партнер. Встречаетесь? Да, член-партнер, в общем-то, я здесь... И не то, что прям такой я смельчак, но я понимаю сейчас, что такой возможности у меня в ближайшее время не будет. Это мне надо выйти на ранг, чтобы вас, так сказать, уже увидеть и обнять. И я сейчас через вас, вот, через вас я хочу поблагодарить, вот, просто искренне поблагодарить, что вы нам дали такую возможность, и поблагодарить каждого спикера, потому что сейчас, вы понимаете, уйдет много времени, да, чтобы перечислять. Вот. Но я понимаю, что мы здесь все избранные, и я хочу поблагодарить как вышестоящую линию, да, и также те, кто сейчас, ну, присутствует на эфире, конечно, это большое счастье. Вот, и у меня вот как бы такое, вот я сейчас искренне просто хочу через вас, вот всех-всех, там и Наталью Шевел, и Султан, у нас их много. Ну и, конечно, так как вы у нас непосредственно уже правая рука, так сказать, ближе к Майклу, вот, ну и вот такой вот огромнейший привет передать, самые наилучшие пожелания. Вот просто, понимаете, вот хочу донести. Мариночка, благодарю вас от души, от своего сердца, от моей души, да, и от имени всех наших вышестоящих спонсоров. Благодарю вас в лице партнеров, всех наших партнеров. Я понимаю, что вы сейчас благодарите от себя лично, но также и хотите охватить всех остальных, да, и со своей команды, и с других команд, потому что действительно это замечательно, когда нас благодарят партнеры, значит, мы что-то сделали в этом мире и что-то сделали для вас, самое главное. Вот это меня очень радует. Я очень счастлива, что получилось дать такую возможность, да, такому большому количеству людей, и что вот то, что вы сейчас просто вот так вышли, не запланировано, потому что иногда люди думают, что, ну вот, запланировано, им там сказали, что говорить, они должны это сказать, это может быть обман, может быть это вранье, не все верят до конца, да, может быть только те, кто в теме, но на самом деле вот так вот вы экспромтом вышли. И сказали, да. Я думаю, что люди убедятся лишний раз, что мы искренни, да, и что то, что мы делаем, да. Мы делаем
от нашего сердца с нашим желанием, самое главное. Почему так и получаются хорошие результаты в клубе Инкрузес? Потому что люди делают то, что им нравится, и от чистого сердца. И, Мариночка, спасибо вам огромное, спасибо за вашу смелость в первую очередь. Вот я вас уже запомню. Скажите, откуда вы, пожалуйста, и какая команда? Хотела сказать, что я из города Ставрополя. Супер. Ставропольский край. Да. Отлично. Ставрополь очень люблю. Кстати, я в Греции, да, много лет уже живу. Ну, сейчас пока на Украине, но там очень много людей из Ставропольского края. То есть очень много греков именно жило в бывшем Советском Союзе, которые вернулись в Грецию. Вот и я узнала о Ставрополе и Ставропольском крае очень много, кстати, из Греции. Поэтому у вас там замечательные люди, и я желаю всем успеха. И кто еще не в Инкрузес, обязательно расскажите им об этих возможностях, пусть они присоединяются к нам. Все будет замечательно. Даже если сейчас не хватает на всех круизов, все равно все будет замечательно. Так, Мариночка, хотите что-то мне задать, какой-то вопрос? Может быть, пожалуйста? Ну, смотрите, я просто, знаете, вот на самом деле, думаю, может, мы и другим людям дадим шанс. На самом деле, да, не то, что мне повезло, а это то, что... запросы. Я вот послушаю ваш вопрос, отвечу на вас, и пойдем дальше. Ждать следующего игрока нашей студии. Ну, знаете, я вообще, наверное, из той категории, когда у матросов нет вопросов. Потому что я всегда как-то, свой вопрос слышу, вот как другие люди задают. Даже если я что-то захотела задать, смотрю, мой вопрос уже прозвучал. Поэтому как бы... Ну, не то, что я отсиживаюсь, но мне все понятно, как бы. Поэтому я просто искренне рада вас видеть. И то, что вы сегодня перепутали, это не случайно. Не случайно. Вот такое новое знакомство, вот такое, я не знаю, меня, конечно, переполняет эмоции, но я хочу сказать одно, что действительно, кого бы я ни слушала здесь, да, вот даже там, вот буквально до вас, это Арина Казанская, вот вы понимаете, настолько... Все светлые люди, вот просто, даже если не результат, здесь уже вот классно находиться. Не знаю, вот у меня такое вот, и ощущение, и состояние. Супер. Слушал и слушал бы, понимаете? Вот все отлично. Такие светлые, все такие активные. Мне здесь, конечно, спасибо, очень нравится. Мариночка. Да. А сколько вы находитесь в компании уже? Я в феврале месяце. Я с февраля месяца, да, в этом году, вот. Но, в общем-то, я сейчас уже, зашла на деньги, так сказать. Я вообще, не так страшно было, что эти лайнеры, я говорю, нет. И потом, впоследствии, я понимаю, что я хочу уже в этот круиз, хочу. Вот. А вы никогда не были еще, Марина, Нет, я не была. Нет. Я пока накапливаю, тут же там столовочка, да. Но она меня вообще никак не напугала, знаете, я даже не расстроилась, и мне не было страшно, что, ой, куда заходить сейчас, это пандемия, какая-то обстановка непонятная. Я просто понимала, что здесь все равно нужно время для того, чтобы накопить. Конечно, все просто. Да. Молодец, Мариночка, спасибо большое за вашу смелость, за вашу искренность, за то, что вы с нами. За то, что у вас проявилось это желание строить все-таки бизнес, потому что вы увидели все преимущество. За то, что у вас нет вопросов, потому что вы вникаете в информацию, потому что вы задаете себе эти вопросы, ищете на них ответ, и вы их находите. Значит, вы интересуетесь бизнесом, интересуетесь компанией, интересуетесь круизом. Мы вас зажгли. Вот самое главное, что мы сделали, мы зажгли ваш интерес. Супер! Супер, Мариночка, я уверена, что у вас все получится, неважно, когда вы зашли, главное, что вы зашли в феврале, я тоже в феврале зашла, в клуб Инкрузес, поэтому мы, наверное, с вами сегодня встретились, я, правда, в 2016 году, вы в 2020, ничего, история продолжается, мы пишем новые страницы нашей красивой жизни вместе с клубом Инкрузес. Желаю вам больших успехов, всего самого лучшего, чтобы ваш круиз обязательно состоялся и не один,
Потому что когда, я уверена, вы приедете с этого, вернетесь с первого круиза, вы снова и снова захотите быть в следующем. Вот, шлю привет вам, вашему краю, вашей команде, вашей будущей команде. Надеюсь, что у вас будут быстрые подписания, особенно после нашего эфира. Все, я вам даю волшебный пендель. Идите, встречайте, ищите тех людей, которые ждут вашего звоночка, вашей новости. Спасибо, Мариночка. Да, да, благодарю и принимаю. Да, принимайте, принимайте, принимайте. Я вас благословляю на путь истинный. Все будет замечательно. Главное, что у нас Ингрус будет жить долго. Вот, а от нас уже зависит, что мы здесь будем делать и что мы сделаем для самих себя и для других людей. Правильно? Правильно. Вы это поняли. У вас мысли работают в правильном направлении. Самое главное – это настроить свои мысли, да, свое мышление, свой путь. И дальше уже он вас будет вести к желаемой цели. Спасибо вам, Мариночка. Так, я вас выключаю. Да, я жду следующего. Кто еще желает Последовать? Да, спасибо. Так, кто следующий? Рада, Галина Меньшова, очень рада видеть. Галинка, может, хочешь присоединиться? Мы с тобой столько вместе прошли. Нам есть о чем поговорить и рассказать всем. Пошли мне запрос, я с удовольствием тебя приглашу в эфир, и мы побеседуем. Вот, пока нет у нас, не вижу запроса, так, смотрю, кто еще, у нас столько людей присоединились, друзья мои, это замечательно, кто присоединился позже, хочу сказать, о чем мой эфир, потому что вы не слышали, мой эфир сегодня совершенно вышел случайно, экспромт, меня пригласили на завтрашний эфир, я попутала дни, но помнила, что в час дня, поэтому я вышла, чтобы провести эфир вместе с Светланой Яковлевой, которая у нас завтра. Посмотрела, что, оказывается, это завтра. Но так как я написала объявление уже на своем инстаграме, что я вас приглашаю на сегодня, я не смогла просто не выйти к вам. Поэтому, друзья, я вышла к вам и хочу просто вот так побеседовать с любым из партнеров клуба Инкрузес, вы можете со мной в эфир выйти прямо сейчас, задать любые вопросы, сказать все, что вы хотите. Может быть, ваше наболевшее, может быть, та проблема, которая вас угнетает, вы не знаете, какое решение принять. Может быть, я вам смогу помочь, или наоборот, вы хотите поделиться чем-то замечательным, что подтвердит еще раз для тех людей, которые нас слышат впервые, что нужно быть в компании Инкрузес, и что здесь это самое лучшее место. И сейчас самое лучшее время сюда заходить. Если кто-то не понимает, почему, могу сказать, почему. Я жду от вас запросов, пока не вижу, кто хочет со мной поучаствовать в эфире. Вам просто нужно послать мне запрос. Вы знаете, как это, или вы не знаете, как это делается? Владивосток, Валентина, да, здравствуйте. Владивосток меня ждет, пошлите мне запрос, я приду к вам. Мы пообщаемся, сейчас пока в эфире, вот, какой-то день обязательно вживую. Так, кто желает, я не вижу пока желающих, смотрю, Маша Dream Cruises, Маша Хола, наша дорогая Маша из Испании, Машенька, я очень тебя рада видеть, Маша Шульц, она у нас в испаноязычной команде, но она всегда и с нами вместе, с русскоязычной командой, поэтому мы идем вместе. Машенька, ты хочешь пообщаться со мной в эфире? Пожалуйста, пошли запрос, я тебя добавлю, будет людям интересно, мы хотим услышать, что там в Испании, как работаете вы, вот, мы поделимся чем-то своим, да, пошли мне запрос, не вижу, так, сейчас я пошлю, я прям буду посылать, я вижу, что вы боитесь, или что-то у вас не получается, так, я послала запрос Маше. Если Маша добавится, тогда будем ждать. Так, если Маша не добавляется. Да. О, ура! Переворачиваем с ног на голову. Так, Машенька, ты можешь? Если можешь, выходи. Могу! О, привет! Очень рада тебя видеть. Ты как всегда в дороге путешествуешь, да? Я как обычно вышла на свой пешеход, поставила себе наушники, думаю... Буду слушать вас. А я даже не видела, потому что у меня телефон в рюкзаке, не видела. Только когда ты уже начала говорить про меня, я вытащила телефон. Вот, да, ну, вот я в Испании. Классно. Хожу,
многие следили за моими пешеходными прогулками по Камино де Сантьяго, потому что так как я великий путешественник, да, я инклюзив не останавливаюсь. 4 года. У нас, если и думаю, не походит, то в йоге где-то все равно путешествуешь. Заядлый. Пока. Друзья, я вам представляю Машу Шульц, кто не знает, да? Наш партнер, вечный партнер инклюзис, так же, как и я. Мы с ней с первых дней, с первых моментов практически уже много вместе путешествовали в разных круизах вместе с Майклом на разных форумах. И Маша – это постоянный улыбающийся человечек, красавица, которая живет в Испании много лет. На самом деле она из Молдавии, она наш человек, она вместе с нами везде и всегда. И делится своими прекрасными путешествиями вместе с супругом, они обожают это. Правильно, Машенька? Как ваши дела там? Что говорит Испания вообще? Мы к вам в круиз собираемся. Отлично, все у нас отлично. В круиз собираемся в конце года. Вот, мы действительно любим очень путешествовать. Я действительно делюсь, хоть я и живу в Испании, я с испанцами, и с румынами, и с русскими, всем просто прям кричу, присоединяйтесь к нашему клубу, потому что действительно я благодаря клубу сделала 8 круизов. Когда раньше что-то даже не мечтала, о круизах, я вообще не... Я думала, я их не люблю, потому что я плавать вот. Не умею. Человек думал, что не любит, потому что он просто не знал, что это такое. Поэтому, друзья, если вы думаете, что вы не любите, что вам это не нужно, вы просто сделайте эксперимент над самим собой. Дайте себе почувствовать это, дайте попробовать, а потом будете уже судить, любите вы это или нет. Я вам скажу, почему я зашла. Я зашла в клуб ради бизнеса, потому что у меня 10 лет тут в Испании был свой ресторан. Я была хозяйка, но я работала очень много часов. Я где-то постоянно чувствовала, что я уже заслуживаю что-то большего, что есть другие работы, которые не стоит столько пахать, потому что я любила свою работу. Но, увы, знаешь, как мне это знакомо, у меня это тоже случилось с тобой. И кто вот не знает, я в Греции то же самое делала. Да, ну, не то же самое, имею в виду те же самые мысли были, что нужно не пахать физически, да, много, да, а головой, да? И мне испанские друзья предложили, сказали, что вот есть такая возможность. Я-то как-то удивилась, всего лишь за $300. Ничего не... Я сразу спросила, надо продавать что-то? Нет, не надо продавать, только разговаривать с людьми. Ну, думаю, это я умею. Вот. Я буквально за 15 минут, думаю, за такие деньги просто нужно попробовать. Получится хорошо, не получится, нет. Вот 4 конечно, года я уже в инкруизе счастливая. Я изменила полностью свою жизнь. Не выходя с дома, можно зарабатывать хорошие деньги. Не надо напрягаться, как раньше. Вот видите, чем я сейчас занимаюсь. Я просто вышла на свой пеший ход, потому что мне это нравится. Я путешествую пешком теперь. Супер, я вижу молодец. Весь мир. Здоровый образ жизни. И параллельно и работаешь, да, потому что транслируешь свое да, такое желание, которое в тебе, ты транслируешь другим людям, и это дает тебе свежие денежки, правильно? Потому что да, конечно. Конечно, вот значит, я делюсь с людьми, что это можно, таким способом можно зарабатывать деньги, увидеть мир и изменить свою жизнь и жизнь другим людям, потому что у меня тоже уже достаточно большая команда, мы растем, развиваемся, никто не жалуется, все счастливы, а это только большой наш плюс. Супер, Машенька, очень рада за тебя, передавай всем привет от меня лично, вот, вашим всем вашим работаем, всей команде. Ребята, работаем, да. Крисис рулит. Инкрузия the best. Хола-хола. Скоро все, мы будем в Испании. Я как у вас там уже в круизы готовятся ваши люди? Уже да, там у нас уже да? Аугустин, борт-директор, был на прошлой неделе. А мы неделе. За ним наблюдаем, да, сейчас. Да. Мы готовимся с Барселоны, сейчас в ноябре будет круиз выезжать, я думаю, я тоже успею, потому что сейчас у меня с документами, там нужно новый документ получить, но я успею, вот. И мы пойдем тоже. Поэтому, конечно, я очень сильно хочу, и мне очень жалко, что
наши пока не могут выехать, но я считаю, что это все только временно, и все равно все выйдут, и начнется наша круизная бурная жизнь опять, и все конечно, у нас будет супер и классно. Конечно, конечно. Мы же не останавливаемся все равно ни дня, мы продолжаем строить бизнес, пока команды, наращиваем наши круизные доллары, благодаря клубу Incruises, который не прекратил свою деятельность за время карантина, пандемии, ни на секунду, всем все выплачивают, все довольны, и даже если мы пока не в круизах, то мы все равно знаем, что мы будем через месяц, конечно, через полгода, я же говорю, год, пока у нас собирайте. Так и было всегда, правильно? Вот. Конечно, так что, друзья мои, кто нас сейчас слышит, мы с Машей старички. Старички Incruises, да. Мы не старые, мы красивые и молодые женщины, да, которые помнишь, поменяли резко свою жизнь, но мы имеем в виду, что мы давно в Incruises, поэтому нам да, можете да. верить 100%, правильно, Машенька? Да. Супер, мы отлично. Проверены, все. Поверьте желаю нам, что просто так успеха. Мы бы не были тут. Желаю тебе быстрее продвинуться к Board of Directors, амбассадору, мы там все встретимся в какой-то день обязательно. Вот, ну и в ближайших круизах. Путешествуй дальше, ты умничка, ведешь здоровый образ жизни, кстати, советую всем, я тоже сейчас уже в последнее время начала больше путешествовать пешком, да, и заниматься спортом, потому что сидение у компьютера, к сожалению, дает свои негативные результаты, да, поэтому, да, друзья, да. не забываем о здоровье, да, нужно да, двигаться правильно. Сейчас, и вот классен, чем еще наш бизнес, онлайн-бизнес, что мы можем делать и фитнес, вот, и путешествовать, как Маша сейчас себе делает свой марафон, так сказать. У меня сегодня 15 километров, так что... 15, это потрясающе. Маша вообще великолепная женщина, уникальная, она еще и йогой занимается, я видела, как ты сальто морталы делала вверх ногами. Просто с каждым годом я понимаю, что наша жизнь так быстро уходит, и мимо нас, и мы должны хватать двумя руками, то хвататься да, за надо все. Успеть, надо успеть, как можно быстрее. Да, да, супер, Машенька, все, желаю тебе успеха, хочу пообщаться еще с кем-то из наших давайте, удачи, а я буду залетел слушать. Ко мне сегодня экспромтом, так же, как и я, поэтому рада тебя была видеть, и рада, что ты я хорошо тоже. Выглядишь, всегда с спасибо. Улыбочкой, значит, все хорошо, супер, молодцы. Все хорошо, да, спасибо, все, удачи вам всем, встреч. Всем привет. Все, пока-пока. Пока. Счастливо, счастливо. Счастливо нашим круизерам. Да, можешь отключаться. Так, кто у нас еще хочет выйти в эфир, пока Маша будет отключаться? Я не знаю как. Ничего не вижу. А ты не знаешь как? Сейчас. Да, ты не знаешь как. Да, ищи, пока ты будешь искать. А все, по-моему, Салир. Да, да. Машенька у нас уже выскочила. Так, кто хочет еще со мной пообщаться? Пожалуйста, жду. Следующее, пошлите запрос. Так, если вы не хотите посылать запрос кого-то, я сейчас добавлю. Так, кто хочет? Ага, у меня тут есть одна девушка интересная. Сейчас. Так, выйти. Почему там? Ага, вот. Алия. Так, а ну посмотрим, эта девушка к нам сейчас присоединится или нет. Я очень жду ее появление, друзья, будет, я думаю, интересно. Мы давно с ней должны были встретиться, и у меня все не было времени, и я помню, что мне нужно встретиться с этой очаровательной девушкой, которая строит большими темпами уже очень большую команду. Она у нас находится в команде Бельгии. Так, Алия Хусистова, я жду вашего присоединения. Если можете, дайте ответ, если вы можете. Если не можете, тогда будем приглашать кого-то еще. Друзья мои, кто не знает, присоединились недавно, у меня сейчас экспромтом мой эфир. Я готова выйти в эфир с любым из вас, кто сейчас меня слышит, видит. Можете задавать в эфире мне любые вопросы, буду отвечать. Можете сказать все, что вы хотите вместе со мной. Могу вам помочь преодолеть ваш страх, кто боится, можете добавиться, не может, да, Бакалия добавится, хорошо. Так, Ольга Осипова, хочешь добавиться? Так, Олечка, хотела бы тебя услышать, Олечка. Так, давно не видела, даю запрос.
Так, ждем секунду. Итак, друзья, сегодня блиц-эфир, мой блиц-эфир с любым из вас, Олечка, привет, Олечка. Привет, Оль, как я рада, вас видеть, вы даже не представляете. Ирочка, что могу сказать? Кто нас слышит, кто нас видит? Все нас видят. Все нас слышат, прекрасно. Кто еще сейчас не видит, потом увидит. Олечка, круизный рада. Клуб, Олечка, это скажи, просто... Анапа. Да, я из Анапы сейчас, да, живу сейчас в Анапе. Вот, и бесконечно рада, во-первых, то, что мы лично познакомились, я это всем говорю, я это каждый день вот ощущаю в сердце, я рада, что я в клубе Incruises и успела до пандемии побывать в 3 круизах, вот я написала там, круто, что сейчас живу воспоминаниями, пересматриваю фотографии, пытаюсь выкладывать их, хотя я вот в этом плане, ну, обучаюсь, я как бы новичок, в онлайн программе. Да, я знаю, я смотрю, как ты упорно двигаешься, Олечка, и меня это очень радует. Вот все, очень вот радует все, тех, у кого не получалось, и они все-таки своего добиваются. Это вот многого как стоит. Как в первом классе, Ирина, как в первом классе? Вот просто учусь. Ну, кто может подсказать, подсказывают. В общем, вот так двигаюсь. Но самое хорошее, наверное, самое прекрасное, что моя любовь не проходит. Я совершенно не разочарована этой ситуацией. Ну, все проходит. Пройдет и это, как говорил Соломон. Да? Да. Вот, да, пройдет да. эта неприятная ситуация, которая нас накрыла прям весь земной шар, и мы снова будем путешествовать. И, конечно, мне очень хочется делиться вот этой возможностью. И, ну, жаль, что не слышат. Слушают, но не слышат. Услышат. Вот, услышат, продолжай, Олечка. Конечно, у тебя уже строится отличная команда. Уже нашлись люди, те, которые услышали. Услышат и другие, продолжай. Да, нет, следующий, у нас такой принцип. Вот, а те да, потом еще вернутся. Продолжаю, еще продолжаю, конечно. Да. Но все равно, вот даже если люди пока не решились, но проявили интерес, загорелись глаза, сказали, ой, да, ой, как здорово, ты там была, вот это уже приятно. Вот, конечно. И, конечно, с позиции своего возраста я тоже говорю, что жизнь настолько быстротечна, вот настолько быстротечна, вот казалось бы, там 10 лет назад, вот было только вчера, уже десяток проскочило, поэтому не надо, у жизни нет репетиции, нет, мы живем каждый как день на дело. Олечка, точно, каждый друзья, день. Это очень классная фраза. Набило. Запомните, да, в жизни нет репетиции, не откладывайте на завтра, на 20 лет потом, не занимайтесь прокрастинацией. Нельзя так кинопленку промотать назад и что-то изменить. Каждый день неповторим, каждый день нужно использовать для того, чтобы вот приближаться к своей мечте, приближаться молодец, к мечте. Остальное, спасибо ну, тебе. В общем, всем желаю успеха. Ирина, но бесконечно рада, что мы вот так поговорили. Я просто, вот у меня аж сердце замирает. Спасибо большое, что меня присоединили. Я раньше присоединилась, я просто не смогла. Ничего, у нас репетиция. Мы жизнь не репетируем, но мы наши эти вот уроки репетируем здесь, да, чтобы становиться лучше, чтобы легче продвигаться. Поэтому, Олечка, конечно, молодец, ты очень много уже добилась. Вот и сегодня у тебя эфир получился со мной, вот я тебя благословила. Спасибо. Тебя, у тебя еще прорвет теперь плотину, и будут люди на тебя выходить. Yes, yes, все, yes. Выходи, прям рассказывай сама в своих эфирах о тех круизах, в которых ты была, и что тебе там понравилось. Это будет привлекать к тебе еще больше людей, и они обязательно откликнутся. Вот прямо своими мыслями ты очень верно все думаешь, ты все правильно, двигаешься в правильном направлении, и я очень радуюсь именно за тех людей, которые вот долго присматривались к чему-то там, не верили, вернее, самим себе, может быть, но все-таки двигались. И не сошли с дороги, они уже годы с нами. И пример вот Олечка Осипова из Анапы, да, и мы лично с ней встречались, когда я ездила в Сочи, да, мы прекрасно провели там время, мы были на экскурсии в Красной Поляне, у нас есть шикарные видео, воспоминания, мы провели с командами там классное время, конечно, презентации, с тех пор вы строите бизнес, и
Всем передаю пламенный привет. Надо бы встретиться с вами снова, но хотя бы в эфире давайте выходите. Хорошо, Олечка, так что зажигай дальше, там все звезды, и все будет супер. Спасибо, Ирочка, спасибо. Я тоже как бы отталкиваясь от своего принятия решения, я приняла решение через 3 минуты, я вошла в клуб через 3 дня, и меня люди удивляют, которые действительно годами тянут. Ну вот просто. Они свою жизнь просто тянут, когда за хвост списывают, да? Тут когда они что, станут мудрее, умнее, сильнее, богаче, нет, все само собой не случится, нужно нам идти навстречу тому, что нас зовет, вот, и уже самим пытаться открывать двери, стучаться в эту дверь, она дает нам возможность, берите, она же для вас, но если вы не хотите ее взять, то, конечно, так и будете просто наблюдать за нами, поэтому... Берите пример, пользуйтесь теми советами, которые сейчас вам Оля дала, которые я даю, которые дают все наши партнеры, они уже знают, о чем говорят. Поверьте нам, мы знаем, о чем говорим, потому что мы дорогу эту прошли. Мы делимся тем, что получилось или не получилось, может быть, еще у кого-то, но все равно есть та возможность, которая показывает этот путь, да, и... Вы просто делаете то, что можете, повторяя других, но проявляя свою индивидуальность. Правильно? Все, Олечка, да, рада конечно. Видеть. Спасибо, Ирочка, очень рада. Еще других. Все, до встречи. До встречи. Следующий, да. Так, отключается. Олечка, кто у нас еще желает поучаствовать? Пожалуйста, друзья. Я готова сейчас с экспромтом повторять для тех, кто поздно зашел. Так, на ваши вопросы ответить или с кем-то пообщаться. У меня спрашивают, забронирован ли у меня круиз. Нет, пока я еще не забронировала, я накапливаю себе круизные доллары. Была уже в 7 круизах фантастических от клуба N-Cruises, совершенно бесплатно для тех, кто не знает. Вот, и накопила 7500 круизных долларов еще. То есть сейчас у меня на счету есть уже большая сумма, она накапливается, продолжается автоматически, да. От клуба каждый месяц пополняться это наша кубышка, да, такой наш кошелек красивый для отдыха. И я пока еще думаю, на какой круиз мне обратить внимание. Вот, выбирай. Так что пока еще не забронировала, но все впереди. Обязательно забронирую, конечно же, а как же. Так, кто еще хочет со мной в эфире быть? Ну, я попробую Галину Меньшову позвать. Так, Алина Меньшова, я нажимаю, выйти в прямой эфир с Ириной Аронец. Сегодня такая возможность экспромтом пообщаться со мной. Я попутала сегодня время, вышла совершенно случайно. Галочка, очень рада тебя видеть, наш супер-пупер партнер из клуба N-Cruises, ИСУМ, которую я тоже очень люблю, которая со мной много путешествовала, с которой я была даже у нее дома, у Галины Меньшовой. Представляю вам тем, кто не знает. Галина Меньшова – партнер N-Cruises, но не только. Она является еще и депутатом Сумской Рады. Она вершит очень большие дела у нас за спиной. То есть это человек стратегического мышления, большого такого open mind, как у американцев мышления, она охватывает полмира своими действиями и своим руководством. Ну и это очень знаменательно для нас, что такие люди тоже в клубе N-Cruises. Вот о чем я хочу сказать. И она путешествовала с нами много раз. Она обожает круизы. Ну и вообще, зачем я буду говорить вместо Галины? Я просто хотела ее представить, потому что она еще является и моим другом. И классный вообще человек, супер-женщина, супер-бизнес-вумен. Друзья, имейте возможность сейчас в эфире увидеть эту фантастическую женщину, легенду. Я была в Путивле, в ее славном городе, который она просто там сказку с него сделала. Вот, Галочка, я тебе даю слово. Давай, говори, что хочешь, задавай любые вопросы или что, и руководи процессом теперь ты. Спасибо. Ира, слышно меня или нет? Да, Ира, слышно замечательно. Желательно чуть больше звук, если можно, но да, ближе. Ира, короче, это действительно экспромт, очень приятно слышать и видеть не тебя и всех людей, которые видят и слышат нас. Значит, я бы что бы хотела сказать. Во-первых, то, что нас N-Cruises подготовил уже к этой жизни, которая сейчас
именно есть в это время. Мы к ней готовы. Мы проехали и обучились очень сильно. Нам дал очень много сильно Лас-Вегас. Нас обучили люди, которые с колен поднялись и стали миллионерами. Которые прошли путь, которые знают только, по сути, два направления. Как Брайан Трейси говорил, я прочел 50 книг, но сделал вывод. Сказал – сделай. Начал – закончи. То, что люди сегодня есть нерешительные, те, что люди понимают, что любовь и путешествие – в конце жизни мы зададим себе вопрос. Вот, например, мы счастливые люди, что сейчас мы можем общаться по всему миру, со всеми людьми. В каждой стране у нас есть друзья. Вот сейчас я Машеньку видела, сейчас, Ириночка, тебя вижу, с Людмилой общаюсь, со всеми. Мы не одиноки, мы коммуницируем. Но самое интересное, если сейчас идет вопрос о инвестициях, о инвестициях. Вот мы созванивались ночью с Венерой Губайдулиной, Ирочка, с Америки. И вы знаете, конечно, мы ночью выговорили, да, выговорили одну тему. Если надо инвестировать сейчас, то надо инвестировать в свой отдых только через Incruises. Это великолепно. Ура! Подтверждение депутатов. Понимаете, конечно, это самое лучшее решение, однозначно, оно проверено уже. Ни один банк вам никогда не положит ваши заработанными вами деньги или деньги, которые вы уже стали специалистами, на 100%. Вот я ложу $100 своих для своих же путешествий, для нового круиза, для новой кругосветки. Если все это закончится, этот период жизни закончится, и он должен был быть наступить, потому что сегодня эра капитализма закончена. Деньги как таковые есть. Если мы знаем денежные потоки Осаки, если знаем, что такое в банке, блохи прыгают, то мы родители тех людей, которые в банках были закрыты, а мы уже с банок вырвались. Мы сегодня инвестируем в себя, в свое будущее. Мы делаем свои банки уже, закручиваем свои банки. Банк Incruises – это великолепнейший банк для того, чтобы мы насобрали деньги. Ир, когда будем готовить новый круиз или кругосветку, или что-то такое? У меня уже тоже 5000 денег пошла. Пятое. И второе, что я еще вам скажу, ребята. Дело в том, что вы продумайте, люди... Вот такого стиля жизни, как Ирина, я, там и много наших людей таких. Во-первых, мы объединены. Кстати, сегодня Шевели, день рождения. Тоже поздравляем. Да, поздравляем. Мы ее поздравили. Еще раз поздравляем, да, нашего мощного борт-директора из Украины. Передаем, да, ей пламенный привет. И, Ира, вот сейчас я баллотируюсь в областной совет опять, чтобы для Путивля... Все, мы за тебя голосуем всем Incruises'ом, Галинка. Да. Обязательно победить. Ира, и в то время я общаюсь сейчас много очень с молодежью и с людьми. Ты знаешь, моя мысль, мои слова, которые я получила, только обучаясь в Incruises, они резко отличаются от риторики массы людей. Если мы не изменим мозг, не изменим себя, не изменим стиль нашей жизни, мы ничего не изменим. И все начинается с наших мозгов, что мы там храним и выкладываем. Мир ушел. Да. Это проверено. Ребята, главное, как нам сказали в Лас-Вегасе, в Лас-Вегасе мы были 9 месяцев назад. Ирочка, как мы сидели, как мы были командой. А сейчас эти мысли Лас-Вегаса меня только догоняют. И я, общаясь с людьми, говорю, объединяйтесь. Общайтесь. Сегодня супер. Общайтесь, да. Объединяйтесь. Обязательно. Обязательно. Мы делаем все очень правильно, нас и там научили. Скажу, Галочка, ребята, я вставлю своих 5 копеек сейчас. Можно? Мы очень вставлю 5 копеек. Можно? Только благодаря такому сильному обучению. Такому сильному обучению. И сегодня кстати, Галочка, секунду, дай мне слово сказать, потому что ты очень по теме как раз сейчас говоришь, и я хочу поделиться очень классной новостью. Мы были в Лас-Вегасе, мы были 3 года уже, 3 раза подряд в Лас-Вегасе, где
самый легендарный коуч мира сетевого маркетинга Эрик Воре, да, с Мариной Воре, делали потрясающие мероприятия 3 дня. Пригласили лучших спикеров, лучших миллионеров, которые создали себя с нуля и нас обучали. Так вот, друзья мои, сейчас вы первые услышите то, что вы услышите. У меня потрясающая новость. Лас-Вегас, вы не можете поехать в Лас-Вегас, но Лас-Вегас едет к вам. Что я хочу сказать? Что буквально, может, сегодня я выставлю информацию или максимум завтра. Эрик Воре делает потрясающее мероприятие в декабре, как он всегда делает, но на этот раз он не может сделать в Лас-Вегасе для всех. Мы не можем туда поехать, да, потому что коронавирус и так дальше не пускает. Он делает это онлайн. Но это будет не просто мероприятие, это будет уникальнейшее мероприятие, которого еще не было вообще нигде в эфире. Сам Эрик Воре выделил 20 миллионов долларов, чтобы построить в том Лас-Вегасе, где мы были, в том зале, студию, онлайн-студию, и вещать свои коучи, свои тренинги на весь мир для всех желающих, кто приобретет эти билеты и будет в интерактивном участии его видеть прямо из себя, прямо из своего дома 3 дня. Вот точно то, что мы были в Лас-Вегасе, сейчас вы из дома сможете в этом поучаствовать. Это действительно бомба, вы увидите эту информацию, там уже готовится сайт, будет перевод на 6 языков, прямо интерпретация сразу, да. Поэтому, друзья мои, ждите новостей, и я думаю, что вы с удовольствием поучаствуете в этом мероприятии. Это будет действительно что-то необычайное. И это будет такая подготовка для нас, партнеров Incruise, которая как раз даст нам возможность потом на большом взлете провести наш мощный такой форум, глобальный, масштабный конгресс, который нас ждет в январе месяце 2021 года в клубе Incruise, когда мы будем праздновать 5-летие и будем по всему миру делать подобное, может быть, еще намного больше, мощнейшее мероприятие. Но вот Эрик Воре, опять же, идет впереди планеты всей, вот, да, и правильно даст нам возможность поучиться этому, поучаствовать в этом процессе, обрести еще что-то новое, какие-то знания, еще какую-то силу, и проявить себя в этом мире, в мире всего, потому что там будут не только из Лас-Вегаса, там будут интернет-предприниматели из разных компаний участвовать в этом процессе. Вот я вам немножко такую, сегодня такой секрет, вам повезло, кто попал со мной в эфир. Я не думала об этом говорить, потому что я готовлю тут специальный, да, так сказать, рекламный текст, и его сайт жду. Они мне сегодня должны дать, я уже видела на английском, сегодня готовится на русском. И потом у вас будет возможность купить эти билеты, кто захочет. И даже у нас есть возможность дешевле купить пока для наших партнеров Incruise. Так что, друзья, бомба действительно уникальная для вас, готовится в виде еще нового обучения. Вот такие новости. К тому, что почему я это сказала сейчас, потому что Галина затронула эту тему, и я рада, что как бы Галинка тоже была со мной в этом Лас-Вегасе. Мы, конечно, там провели время сказочно, об этом не можем не говорить. Очень много отзывов у нас есть, еще, может быть, не все рассказали, не успеваем, но это красной нитью прошлось по нам всем, да, и всем нашим партнерам и лидерам, которые принимали в этом процессе участие, и когда мы, тем более еще Лас-Вегас увидеть, это сказка, вот, и оттуда и круизы отправлялись, правильно, Галинка, и там мы тусовались очень классно, но сейчас кто не смог, вот возможность для тех людей, кто не смог поехать, никогда не был в Лас-Вегасе и не может поехать, вообще, вы, по крайней мере, сможете увидеть самого Эрика Воре живого, услышать то, что он говорит. Он действительно учитель с большой буквы в интернет-предпринимательстве, да, в MLM-предпринимательстве. И вообще вы посмотрите такой шик, такой блеск, такую помпезность и такие умные слова, что вы не пожалеете, я думаю, даже тех денег, которые вы заплатите за эти билеты. Они вам вернутся, это будет вот та инвестиция, себя, которой ты говоришь, да. Галинка, то есть часть из того, что откроет вам ваш мозг еще больше, потому что, ну, американцы в этом плане, они всегда первые. Вот это я знаю, я это на себе прошла, я училась у американцев, и вот эту фразу open mind, это от них я и первой услышала.
нужно открывать свой ум новым каким-то открытием, новым каким-то возможностям, не бояться, и потом делать то же самое уже себе, самому установку, да? Так что да. Вот то, что я хотела добавить. Ирина, да. Я вот, понимаешь, когда мы были в Лас-Вегасе и слушали миллионеров, прозвучала такая бесконечная фраза: объединяйтесь, общайтесь. Но никто не говорил, что дальше произойдет. Но запрос планета, планета дала запрос на искренних и открытых людей. Да. И второе, мы познали очень сильную школу, обучающую школу. Да. Поэтому мы подготовлены к тому, чтобы идти в народ и делать заявки. Что, ребята, не сидите сложа руки, инвестируйте в себя и своих детей и внуков. И поэтому вступайте в Инкрузес. Это не говорится, что сегодня это возможно для всех и все. Но есть люди передовые, есть люди, мыслят, которые глобально. И сегодня очень много людей обучаются, идут вперед. И мы видим, что жизнь — это мгновение, но то и ценить мы жизнь стали больше. Если мы успели и в Лас-Вегасе быть, и в Турции быть, и в Афинах побывать, и на круизах всевозможных. Это говорит о том, что время ушло, а впереди еще очень интересное. Поэтому, Ира, знаешь, за что я переживаю? А как мне от тебя теперь отключиться? Я от тебя отключиться смогу? Я-то включилась. Ты хочешь отключиться? Репетируем, Галинка. Ты тоже столько нового уже научилась, что я тобой горжусь. Научишься этому. Я тоже не знаю, как тебя отключить, потому что я первый раз делаю такой экспромт с разными партнерами. Но ничего, будем кнопки. А если не отключишься, у нас осталось 5 минут. Так что, в принципе, мы можем и договорить эти 5 минут с тобой. Я скажу вам такую информацию, что вот последний мой круиз был во время пандемии, как бы таковой. О, вы поделись, знаете, это же вообще, это вообще уникально. Расскажи. Я расскажу о своем последнем круизе, который был у меня, начинался он, во-первых, с Рима. Так, мы побыли, естественно, в Ватикане, и вот когда в этом году видели на мне загар, я была на море. И когда я была на море несколько дней на Азовском, я постоянно писала в себя в голове текст, что такое круизный отдых и что такое отдых на море конкретно. И ко мне подходили люди, я общалась на море с людьми, детки развлекались и так далее, и так далее. И я сравнивала, как бы это время я провела, если бы была я на лайнере. Первое, ребята, то, что на лайнере мы видим очень много программ. Вот мы были эмиссии опера. Лайнер сам был очень колуарный, очень лайнер такой был, как шкатулочка такая изысканная. На борту у нас на лайнере были, итальянцы, были немцы в основном были, и были итальянцы, немцы. Кто еще, Ира, был? Европа. Были русские, Европейские, именно пассажиры лайнера отличаются от тех людей, которые в Америке. Вот в Америке это совсем другого уровня, Три минуты осталось, Галинка. Да, в общем, к чему я веду? Я веду, что когда началось, разговоры о пандемии, первое, что у нас обслуживали на лайнере очень-очень толерантно, очень внимательно. Во-вторых, для нас проводились постоянные мастер-классы. Питание я не буду говорить, это понятно. То есть